Всем привет! Новый денек и новый влог из солнечного Краснодара. Сегодня знаменательная дата у нас, сегодня выпускной. Выпускной, не получение диплома, не последний звонок, а мы едем отдыхать в коттедж с нашими детьми. Сегодня праздник у детей. Вот, поэтому уже мы собрались, практически сейчас будем выходить, вызываем машину. И едем до места назначения. В общем-то, настраиваемся на то, чтобы провести там сутки. Не знаю, выдержим или нет. Но попытаемся. Вот. Так что сборы наши были недолгие. Мы при параде готовы выходить. Каждый будет, не знаю, думаю, что не надо. Ну как вам, девочки? Обалдеть. Стулья все подняты, одни из первых приехали. Посмотрите. Сколько здесь комнат, хором. Эту кровать мы уже забронировали спать. Не извините. Красота какая. Ой, блин, ребят. Даже детская кроватка есть, ничего себе. Как предусмотрено, да? Можно малыша спать положить. Шкафчик. Девчонки там ходят. А здесь что такое? Здесь ничего не видно. А, тут спать, тут прачечная. Свет выключен. Столовая. Ух ты, ё-моё. Ребят. Ладно, я на эту согласна. Кровать. Ну, спальных мест достаточно, конечно, предусмотрено для ночевки. Если компании вы так приезжаете, вы посмотрите, сколько мест. Да, неплохо, скажу я вам. Шикарно, красиво. Аренда домов в Краснодар. Вот, по-моему, даже банька есть. Сейчас глянем. Точно, да. Пожалуйста, банька. Солнце светит, ничего не вижу, что снимаю. Территорию немножко покажу. Здесь купили. Представляете? О-о-о! Зона отдыха. Неплохо, неплохо, конечно, да. Можно на лежачках посидеть, полежать. Красиво. Там что такое? А, там дерево просто огорожено. Запах такой. Обалденный. Шикардос. Да, конечно. Сейчас такой период у них как раз. Переходный возраст вот этот у детей. Ну ладно. Не мы первые, не мы последние. Моя любимая, я тут царапаю,
Как вам водичка? Хорошо. Отлично. Да, ну, вам не видно. Вы не выдержали, есть хотите? Да я ничего уже не хочу. Что тут? Смотрите, я могу вот так. Ура! Да. Там уже стол накрыт. Меня тоже подарили. А я вообще плавать не умею. Вы должны были к этому готовы. Да, кстати, учите-ка вон Женю плавать. Я уже научилась. Молодцы. Тут яблонька. Яблоки падают, смотри-ка. Слушай, пока нас не кормят, может, яблоками хоть закусим, а? А, ну да, забегаем, думаешь? Блин, не в то время приехали, так бы яблок поели. Яблоня я сразу не заметила, валяется. Падалица. Вкусинка вам? Да. Мы решили, что мы тоже будем купаться чуть попозже, но в полотенцах, у нас же нечего надеть. Не холодно? Не замерзли? Вы ночью будете? Кто сказал, что ночью? Еще немножко, еще чуть-чуть. Мамочка. Ну? Смотрите, какая. Только начали купаться, а Андрей сразу проснулся. Жарится все. Ну что, мы уже вернулись домой. Приехали из коттеджа вчера утром. Где-то, наверное, часов, может быть, 10:30 утра было. Проснулась рано я в 6 утра. Мы поспали с родителями. 3 мамочки нас оставалось. Ребята всю ночь у нас сидели, играли, общались. В 6 утра я поднялась. Практически никто не спал. Всю-то ноченьку они у нас были заняты, кто за кем, короче, следил, непонятно, то ли мы за ними, то ли они за нами. Вот я с утра встала и прибралась, пока другие мамочки спали, сходила, собрала все полотенца по территории, лишний мусор там подмела, убрали со стола, скатерти, все это сложила. Вот, и потом уже родители встали,
И Куля вообще, не знаю, полчаса, наверное, прикурнула, а как-то и проснулась быстро. Уже я встала, когда. Вот, я говорю, все, и давайте собираться домой, хочу на ручки. Вообще люблю я дома ночевать, для меня в тягость ночевать у гостей. И я никогда практически не остаюсь, сколько бы времени не было, я вызываю такси, какое бы расстояние не было, я еду ночевать домой. Я люблю просыпаться дома. Вот. Ну, с утреца, в общем, тут дела поделали. И потом поехали домой. А одна мамулечка у нас там осталась еще. Ей нужно было сдать коттедж. Без 10-12 была сдача. Вот они еще с утра с ребятами нажарили шашлык. Молодцы какие. Много продуктов осталось, кстати. Конечно, стол был шикарный. Все остались довольны, сытые. Очень хорошая территория. Банька. Дети у нас в бане напарились. И родители там, у кого желание было, тоже ходили. Потом вот этот вот чан-то, блин, чертов чан, я его назвала. Ну, говорю, чертей там только варить. Они его и затопили, и там вот это в горячее, знаете, вот это вот в этом чане варились, там сидели. Круто, очень понравилось. Действительно, шикарный бассейн. Правда, и без травм у нас тоже не обошлось, скажу честно. У нас один мальчик только не успел приехать, прыгнул в бассейн. Как там, не знаю, получилось, в общем, он поранил на руке палец. Вызывали, на мамочке его не было как раз. С нами позвонили маме, они ездили в травму зашивать, представляете? И он у нас последние вот эти вот часы, ну как, все время, вернее, которое мы потом находились в коттедже, он у нас в бассейн не заходил, потому что он был травмирован. Вот, в остальном вроде бы все прошло нормально, весело, очень взрослые ребята, я просто была удивлена. Какие они у нас большие. То есть мы их не слышали и не видели. Они занимались своими делами, мы занимались своими разговорами. Все делали самостоятельно. Баньку они истопили, чан этот они затопили. Все сами. Ну прям вообще одно удовольствие было наблюдать. Мне даже, честно скажу, было как-то даже неожиданно. Вот. И очень жалко, что ранее как-то этот класс мы собирались. И с того года могли бы в 8 классе. Мы весь год отучились, мы никуда не выезжали. С родителями тоже разговаривали, говорю, если бы были бы вот такие вылазки время от времени, класс был бы намного дружнее. Потому что я с ребятами общалась, разговаривала, все прям они умнички. Вот, прям я, не знаю, я такая довольная осталась всем вот этим вот нашим мероприятием. Все очень понравилось, конечно, да. Поступаю предложение, что давайте, может быть, мы еще этот повторим что-нибудь, почему бы и нет. В принципе, если будет желание, можно собраться еще куда-то выехать, не обязательно это там с ночевкой, например, или, ну, я говорю, Краснодарский край есть, куда съездить, есть что посмотреть, в принципе, сложности не должно возникнуть, тем более у нас есть теперь такой классный организатор в лице Юлии, мамочка у нас, Юля, она все организовывала, она молодец, прям, конечно, да, все четенько у нее, вот, так что мы остались очень довольны. Выпускной наш прошел на ура, теперь ждем результаты наших экзаменов. Три уже экзамена мы знаем результаты, остался у нас четвертый, и на следующей неделе получаем аттестаты. Так что 9 класс, можно сказать, что уже все подходит к завершению. На днях нужно будет, если у нас сегодня 4-я оценка будет выставлена, то завтра нам нужно идти на подпись, проверять там все данные. И родителям, и детям, тут сейчас самостоятельно у нас дети ходят в школу, подписывают там за свои экзамены какие-то, расписываются, их приглашают все время. А тут нужно будет с родителями, чтобы подтвердить правильность там написания фамилии, даты рождения, так понимаю, т.д. и т.п. То есть нужно будет идти вместе с ребенком. Надеемся, что сегодня этот результат у нас появится. Мы отслеживаем, смотрим.